Праздник земли и плуга Катуй отмечают по всей Чувашии и за ее пределами. Однако современные дети мало знакомы с этой традицией. Чтобы восполнить пробел в знаниях, в Чебоксарах устроили настоящий детский Акатуй. Централизованная клубная система города устраивает такое мероприятие не первый год. Еще в прошлом году праздник был районным, а сегодня на Акатуй собрались воспитанники всех пришкольных лагерей Чебоксар. Наши детки, наше юное молодое поколение должны знать традиции и обряды, и обычаи своих дедов, прадедов, бабушек, своих пап и мам. Мы должны прививать им любовь к своему языку, к своим песням, к своим танцам. Кроме этого, у нас, к сожалению, ушли далеко в прошлое национальные игры. Вот в этом году мы их решили возобновить. На 4 интерактивных площадках ребята изучали старинные игры, песни и танцы. Специально для мальчиков прошел конкурс «Батыр», где они соревновались в силе и ловкости. А в честь года литературы и Константина Иванова впервые в рамках детского Акатуя состоялся конкурс стихов на чувашском языке. Шура, шура, шувашкаром, эскаймаста на замран, сана эйбиком аларом, хизиплерем аджаран. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика.